Ребята, всем здорово! Посылки из Китая будет завтра, а сегодня у нас посылка с интернет-магазина Нарасхват 24. Прислали мне устройство на обзор, еще чуть вам, конечно, на конкурс, как же без этого. Вот, что хотел сказать по поводу этого магазина. Магазин предоставляет скидку, была договоренность на телефоны Доги 15%. Вот, пишите, Китай рулит 15%, когда заказываете, и вам делают скидку. Вот так вот. А сегодня у нас пришла вот такая посылка, в ней есть устройство. Устройство на обзор, давно просили, это телефон Доги. Не Даги, Доги. Сейчас мы откроем, я вам все покажу. Так. Первое я вижу, это скорее всего 3G модем. 3G модем. В интернет-магазине есть куча 3G модемов. У них самые низкие цены по Украине. В Украине. Если находите цену дешевле, пишите им, они собственно с вами там договариваются. Вот сейчас посмотрим на модем. Вот, мобильный 3G модем. И еще в чем прикол, у них идет напрямую связь с нашими мобильными 3G операторами. И сразу можно будет подключить контракт, то есть вы покупаете модем и все вместе, вам модем приезжает уже собственно с интернетом и пользуетесь, вставляете куда там, в планшет, ноутбук. Я вам скажу, что на самом деле в Украине 3G сеть очень серьезно настроена. Когда мне нужно было уехать, вот, и мне нужен был модем, вот, сеть, я начал искать, конечно, все печально. Вот в магазине как раз мне в этом подсказывали, какой модем, какой тариф, что вообще выбрать. Поэтому, если реально кому-то 3G в Украине нужен, и модем, и тариф, и все, обращайтесь, парни вам подскажут. Давайте смотреть, этот 3G модем мы будем с вами разыгрывать. Да, да, не удивляйтесь. Куда же без конкурсов. В чем прикол этого модема? Вот он, модель его. Этот модем идет с флеш. Сейчас, подождите, он или не он. Так, справочник пользователя. Короче, можно вставить карту памяти и использовать его как флешку. А, вот так вот открывается. Смотрите, все. Вау. Прикольный. Так, а дальше как это все как-то достается, наверное? Ага. Так, сейчас вот так вот раз и все, и вставляете. А, так, а слот под карточку. Вот microSD карточка. Вот сюда вставляется и все, и можно использовать как флешку еще. То есть не нужно вам и то, и другое. Также здесь должен где-то быть вход для дополнительной антенны. Мне отсвечивает свет вот сверху. Через камеру я вообще ничего не вижу. Вот просто вот так вот наугад. Не могу понять, где здесь. Так, это у нас это. Так, что-то реально не пойму. Так, где-то закрывается. Короче, где-то должен быть вход на этом 3G модеме для дополнительной антенны. Ну, короче, кому нужно, я думаю, разберетесь. Я не буду останавливаться на нем. Есть такое вот устройство. Кому интересно подробнее, переходите на сайт, смотрите. Внешний вид, вы его увидели. Нам интересно другое. Это вот этот вот аппарат. Из названия вы, наверное, уже поняли, что это такое. Все меня просили бюджетный аппарат, потому что Валенсия. Да, вот она, Валенсия. Доги Валенсия. Или по-другому DG 800. Что у нас с характеристиками? Сразу давайте посмотрим. Обзор на этот телефон будет. Дисплей у нас 4,5 дюйма, поэтому телефон интересен всем стал. Не хотят некоторые покупать лопаты. Разрешение 960 на 540 IPS матрица. Четырехъядерный процессор 1.3, это у нас 6582, Android 4.4 пишет. Оперативная память 1 гигабайт, флеш-накопитель 8.
MicroSD, 13 мегапикселей задняя, 8 мегапикселей передняя камера. Вот. Все ссылки будут в описании. На этот телефон будет ссылка на магазине на расхват 24. Там они дают годовую гарантию. Они официально, как бы, у них связь с заводом на ты, поэтому у них годовая гарантия есть. Также будет ссылка на AliExpress для тех, кто, я не знаю, там из России или еще откуда-то хочет приобрести телефон, кому не нужна гарантия, может. Слушайте, а прикольный аппарат. Давно я не держал 4,5 дюймов, поэтому вообще как-то непривычно, что ли. А сделан прикольно, сделан прикольно. И вроде и не маленький, не 4 дюйма, а 4,5. Но и узкий. Чем-то напоминает спереди Джею, да? Я думаю, вам тоже напоминает. Вот. Сейчас посмотрим, что там у нас дальше. Так, у нас идет какой-то этот бамперок идет у нас, да. Ох, как прикольный, прикольный бампер. Вот такой вот пластиковый. Обзор на этот телефон будет чуть позже. Вот он, гарантийный талон, который выдается. И в Украине или где там еще действует, будет вам гарантия, если будете покупать через магазин. Дальше у нас защитная пленка, инструкция, батарейка. Сейчас будем включать это все дело. Вот, комплектация такая же прикольная, как и была перед этим. DG550 я тестировал. Также все упаковано, шнурочки. Зарядник вот так вот сделан, как у Самсунга. Здесь еще что-то должно быть. Открываем. И здесь у нас спрятались уши. Внутриканальные. Нормальная комплектация. То есть все есть необходимое. Ничего дополнительно. Ни уши не нужно покупать, ни блочок с зарядкой. Все есть. Сейчас будем открывать этот аппарат. Так, нужно найти, где он открывается. Пока что-то я не вижу. Так, что за прикол такой? Или я слепой? Свет отсвечивает мне, просто через камеру смотрю, вообще ничего не видно. Что за это? Что за прикол такой? Нет здесь, нет здесь, нет. Давайте поищу, наверное, потому что так что-то я не вижу. Итак, дырку я здесь не обнаружил, ее просто нет. Я думал, или я слепой, или что-то не так, думал, посмотрю, уже будет сблизи видно, там где-то может маленькая зацепиться. Нет, ее просто нет. Нужно просто вот так вот брать и вот так открывать. Вот просто аккуратно. Она, в принципе, не сильно плотно сидит. Ну, она не болтается, но ее легко снять. Вот такая вот крышка. Здесь какой-то модуль стоит. NFC здесь нет, что это, дополнительная антенна какая-то усилительная, не знаю. Так, что у нас, SIM-1, SIM-2 и карта памяти. Valencia DG800. Давайте, батарейку не сказал, сколько. Батарейка у нас 2000 мАч. 2000 мАч на 4,5 дюйма. Это больше, чем день. Это больше, чем день. Так, нет, здесь не надо так закрываться. Блин. Прижалась эта штука. Опа. Есть такое дело. Кнопка у нас включения справа. Громкость прикольно сделана. Смотрите, как со вставочкой такая металлическая. Давайте включим этот аппарат в Валенсию. Доги. Сейчас будет тарарам-тарам. Музыка, как всегда. Ну, и, смотри, какой дисплей, а, яркий. Вообще освещает. Камера в шоке, не может выбрать, какой ей надо цветокоррекцию какую сделать. Цвет белого. Так, есть у нас. Ох, как. Прикольные звуки, послушайте. Прикольно сделано, прикольно. Дисплей очень яркий. Очень яркий. И на касание очень прикольный сразу. Так, сейчас мы яркость это на всю у нас убираем. А, это у нас... Так, автонастройку как убрать. О, вот так вот. Все. Убираем у нас. Что у нас по углам обзора?
по углам обзором. Ну, в принципе, неплохо. IPS матрица у нас. Так, подсветки кнопок, я так понимаю, у нас нет, скорее всего. Есть меню быстрое, iPhone. Вот так вот выскакивает. Что нас еще интересует? Прикольно все работает. Так, нужно контакт закрыть, потому что щелк, щелк, щелк. Вот, прикольно все работает, никаких тормозов нет. Вот, но подсветки, вот кнопок нет, было бы получше. Может, она, конечно, выставляется. Экран беспроводной, да нет, скорее всего, нет. Если яркость увеличить, нет, ничего не изменяется. Вот, проверим с вами, что, как всегда, музыку у нас ничего нет. Так, зайдем в настройки, зайдем в профили, общие. Все, привык вот так вот держать телефоны. Здесь можно одной рукой спокойно везде доставать. Ну, громко, громко играет. Громкие динамики, звук и качество достойное. Сейчас посмотрим камеру. Так, вот она у нас камера, заявлена у нас там 150 мегапикселей. 13 мегапикселей заявлено, вспышку давайте выключим. Так, здесь у нас вот видно наклейка, да? Давайте. Есть такая фотография. Ну, 13 мегапикселей здесь нет, как всегда 8. 8 присутствует где-то там рядом. Ну, освещение, понятно, плохое, поэтому здесь что-то ожидать не стоит. Сейчас мы это все удалим. Попробуем еще. Давайте сфоткаем еще. Вот текст у нас есть здесь внизу. Фокусируемся. Давайте включим вспышку. Так, подождем. Опа, вспышку включаем. Вот так вот со вспышкой прям. О, со вспышкой уже поинтереснее. Смотрите, какое качество. Вполне себе достойное. Ну, 8 мегапикселей. 8, 8, 8, не 13. 13 здесь нет. Вот такой вот аппарат, ребят. Ждите обзоры. Я же говорю, многие прям... Многих заинтересовал этот телефон. Хороший телефончик. На первый такой взгляд, по первым ощущениям, хорош, хорош. В принципе... обзор будет интересный, поэтому ждите, в ближайшее время я его сделаю. Все, ребята, все ссылки будут в описании. 3G модем в скором времени разыграем, как и еще есть у нас планшет 7-дюймовый от магазина на расхват, тоже будем разыгрывать. Поэтому следите за новостями, переходите в магазин, кому нужны 3G роутеры или кому нужен телефон, они все в наличии есть с гарантией годовой. И если кому не нужно, переходите на AliExpress, покупайте там. Все, всем спасибо. Встретимся завтра. Завтра будет посылочка уже из Китая или посылка от подписчиков. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим роликом с друзьями. Подписывайтесь на канал. Встретимся в следующем ролике.